Мой папа меня позвал на Октябрьскую, 17, в этот магазин, чтобы купить мне одежды. Хочете посмотреть? Пойдемте. Нам говорят, что Ленинский район дорог. Вот так ли это? Нет, не так. В Ленинском районе цены не то, что невысокие, они по сути для вас. Другие товарищи наши. Кроме всего, здесь практически нет пробок. В любое время. И надо полагать, что сам город невелик. За 10 минут по зеленым огням можно проехать от вокзала до Сиренева. За 15 с юга на восток. Хороший, грамотный город. И как сказал мой сын. Мировые бренды. И это где? Здесь, на Октябрьской, 17. В Ути-Пути. К слову, о том, что одежды в городе много. Хоть вкушай на каждый день. Но давайте определимся именно с брендовостью. Вот смотрите. Часто ли ваш сын вспотевал? Часто ли он болеет? Здесь в некотором роде замешана именно одежда. Мне нравится хлопок. Я люблю качество. А вот здесь все это и присутствует. Вот испанская фирма Mayoral. Год рождения 1941. 200 представительств в 75 городах мира. Эта продукция вызывает доверие у мам и бабушек. Она идеально лежит на теле, и, к слову, если у вас не один ребенок, то срок службы и это не один год. А если единственное чадо выросло, то можно и продать или уступить другим. Они еще и спасибо вам скажут. То есть это мультибрендовый салон, а мультибрендовый — это из всяких стран. Испания, Португалия, Англия, США. И один небольшой вопрос. То, что мой папа много раз ездил за границу, и он потратил 7,5 миллиона. За эту сумму можно было купить трехкомнатную квартиру и аппаратуру с одеждой. My Little Pie, Англия. И это целый мир, в котором отражается счастье, любовь, ласка и забота. Одежда от 0 до 2 лет. Она идеально подходит для адаптации ребенка к окружающей среде. Нет токсичных материалов. Хлопок – это то, что нужно вашему малышу. Круто? А это есть здесь, естественно. Почему вам понравился Ути-Пути? Сегмент интересный, не везде такой есть. То есть мы говорим про ассортимент, да ведь? Да. То есть и качество, да ведь? Качество, конечно же. А еще и центр города. То есть бегать никуда не надо, по сути. И близко, да, дома. Теперь вернемся к игрушкам. Вот их в Магнитогорске много. Но часто ли вы понимаете суть событий? Часто ли вы используете тему, определяя, что ребенок должен делать? И вы не думайте, что все это Китай. Мы говорим о Франции, мы говорим о США. Джека, Мелисса Дак. Французский бренд Джека делают игрушки из дерева, металла и картона и высококачественного пластика. С особым вниманием используют тему безопасности игрушек. А американская компания Мелисса Дак уделяет лучшее внимание для создания деревянных головоломок и высококачественных игрушек. А есть еще детские чемоданы Транки. И вот вам чемодан на колесиках из Англии, на котором можно и покататься. На него можно и присесть, а можно и забрать в багаж. Клево? Да. К слову о том, в чем наша модель выступает. Это термоноски. То, что нужно для дома. Пока детка не поймет о том, что можно и дома ходить в тапочках. I really like Ути-Пути clothes. А что вы хотели? Мы знаем английский язык как язык межнационального общения. И вот вам доктор Кит, и это Португалия. Продукция из высококачественной шерсти, хлопка и кашемира. Это олицетворение элегантности и шарма, в котором ребенок вырастает в глазах одноклассников. Эти вещи великолепно продаются в Италии, Англии, Испании, Греции, США, Канаде и Саудовской Аравии. Но и о России мы не забываем. Бринка, и это ярославская компания со стажем в 20 лет. Здесь и более испытываются новые материалы. Наличие удобных для детей карманов, из которых не вываливаются ключи. Отстегивающиеся капюшоны с мехом. И это позволяет стирать изделия многократно, без потери качества. И то, о чем и говорят в ГИБДД. Что реально необходимо. Все модели комплектуются светоотражателями. И ваша дочь и сын будут видны даже ночью на любой дороге с расстояния превышающего деятельность фар в 3 раза. Высококачественные утеплители отделяют влагу с человеческого тела. И ваш ребенок даже после торча на улице будет сухим всегда. Есть, к слову, одежда и для головы. Ну а чтобы вы поняли качество,
Вот вам несколько уроков, как можно даже не думать о том, что после двух шпагатов, после качественного переворота, ваша одежда растянется. Нет, такого нет. Как вам такое качество? И где вы это можете купить? Где? Ну где? Здесь. В Ути-Пути на Октябрьской, 17. Мультибрендовый стиль. Вы видели, как на мне это выглядит? Хочете так же? Я тоже хочу. Приходите сюда на Октябрьскую, 17, в магазин Ути-Пути.